оценки ключ. Дома! Вообще все по минимуму, на минималках. Да? Честно говоря, я играл в Дорс пару раз. Я этот не видел. И особо... Вы чё? Страшно, вырубай. Опа. Я все украл. Вспоминай комнату, в какую мы заходим. Четвертая. Сейчас. Ну, не спеши, может быть, можно. Страшный комнат. Ладно, ком ты? Стой! Где? Встань около шкафа! Подожди, я что-то слышал. Ладно, забей. Видимо, мне показалось. Нет, там какой-то звук был, шутки. Я говорю, соседа, я не было сначала. Понял. Опа. А, не, показалось. Да, в чем заключается наша задача? Найти ключ или что? А, не, вот. Я? Нет. А, ты впервые играешь? Ну, не впервые. Я доходил до якогось там 50-й двери. Тут должно быть. А дальше я... Да. О, вот и все. Ура. Мне хоть бы снять видео это хоть 20 минут, потому что я поздно начал, я разбирался, сидел долгое время, как нормально записать. Вчера не смог из-за того, что интернета не было. Телефона же невозможно стримить. Ой, видео снять. Шкаф, шкаф. Чего ты так думаешь? А что за звук? Гроза. А мне страшно. Ладно, забей. Значит, мне показалось. А что вообще русского добавили? Опа. Ой, шкаф, шкаф! Да нет, не успел. Вначале, конечно, позитивная музыка. Смотри, какая красивая картина. Опа. По-моему, на 30-м или на каком-то левеле будет чел, который будет бегать за нами. Я понимаю. Я поэтому и... Нам надо до него добраться. Самое главное слушать игру. Это по-любому не первый вид. Если ты услышал вот так от камеры, по всем... Чтобы скример. Так.
немножко темновато. Шкаф. Живой? Как ты вышел? А ты как? А ты успел? Успел, да он еще летел 2 часа. Ты понимаешь, вот я стою тут и вижу, как ты идешь в ту дверь, понимаешь, что все. Я все, сам жопа. Был, все уже. Он 2 часа летел. Опа, стой, тут какая-то дверь. Тут клуб. А, нет, это... заперта. А, это... Могут, так, сундуки. У нас нет. Так. Давай такая тема, чтобы нам предложили, в какую игру нужно пройти в комментариях. Ну да. Естественно, с первого раза у нас не получится. Ты не знаешь, что делать. Ты не знаешь, что делать, а у меня просто руки кривые. Ой, дверь какая-то. Так, тут лут должен быть. Стой. Ключ, о! Один стал. Меня это заточ... было? То хоть на сам. Опа, все. Что? А, а! Это просто скример. Я испугался шкафа. Вот. О. Тут, о, зажигалка. Зажигалка есть. Следующий 13. Ой, плохое чувство. Что это? Все, чё? Натянуто. Сейчас он... Ты сам сказал, что натянуто. Нашел дверь. Фух. Я посрался. Блядь, рычаг, значит, где-то тут. Да. Сука. О, Данчик, блядь. Фух! Что? Это пиздец! Я оборачиваюсь направо, и там этот, который пс, и он на меня прям смотрит и кричит, пиздец. И на меня тоже. Но я знал, что... О, вентиляция. А, я обосрался. Фу, бля. Снова. Я сам так испугался. Даже не пришел. Снова, где? Блять. Торопиться, а точнее доживу. Морально или и в игре. Фу. Стоп, никого. Я построил. У меня зажигалка. Свет есть, просто у меня не прогрузилось, потому что. Шкаф. Хорошо. Чего он так начал? М? Чего он так начал глазить? Я не знаю. А, у меня что-то погрузилось, не моргает. Да? У меня же график внимания, я не могу. Можно сказать, да. Сложно поторопиться. Понял. Так, так. Так. Стой. 19-я. О, тут сундук. Ни хера. Ты можешь тотем брать. Шкаф. Шкаф поможет нам. Сундук. Нужен ключ. Да. А где нам взять ключ? Это отмычка. А. Мы пошли в 19-ю.
я уже как бы штаны нужно менять. Ой, что это тут? Сейчас сюда выскивает. Страшно и темно. О, свет, ура! Вот, я знаю куда. Вот сюда вот. Ты где? А, вот. Куда ты пошел? Ключ. А, ты взял? Нет. Скам! Там 22-я, два. Куда идти? Какая была дверь? А, ща, мы же можем посмотреть, вернуться. Нет. Блять. Нет, 20-я. Позапрошлая будет. Стой, 20-я была. Я помню, ты говорил еще. Стой, нет. А 20-я, да, мы говорили. 21-я еще. Вот, это 21-я, да. Нам нужно в 22-ю идти. 22-ю? Я все рассчитал. Мы вошли. О, нихера, ключ. Так нам надо, а, да, 22-я, все правильно. Стоять. Интересно. Только деньги. У меня заточка, как у Фемки, ключ. О! Чё это было, нахуй? Хорошо, уверен, да? Пошли. А, чего, блядь? Вот 23-я. Чего? Пошли. Блять, я уже 2 скримера словила, это не смешно. Я чуть почку не выронил свою. И мне нужна аптечка. 23-я. А у нас разве была 23-я? У нас разве была 22-я? У нас же была... Чё? Что нам делать? Попробуй. Ну, а если меня сейчас опять ударит? Это убило, это не убьё. Это ударило, это не ударит. Да? Блять, фух. Видишь что-то? Стой. Я ща. Летит. Блять. Чтоб ты понимал, я отошел. Я засунул почку назад, можно идти. Сюда же, да? Все, мне кажется, бежать. Блять. Меня напугал звук открытия дверей. Давай хоть убежим от него и дальше все. Я не хочу идти дальше. Я говорю, тут 30-й пройдем и все на сегодня. Не страшно. Стой, 26-я, а там 27-я. Блять. А тут 26-я. Значит, там 27-я. 26-я мы спили, она замазалась. А, фух. Так, нам 27-ю теперь. А, глаз, ага, блядь. У меня впервые все. А, запас. Не бойся. А чё это? Что ты так быстро? Стой! Да намёк на босса. Так, стой, фонарик, алло. Фонарик? Фонарик пропустил. Лоу. Очень много. Стой, я знаю, если посветить. Отверь нас. Если светить в глаза, то тебя напугает скример. Ты где? Дальчик, где? 30-я. А. Да-да. Тут... 30-я. Да, нам сюда. Готов? Фух, давай. Давай, короче, стартуй.
Все, стартуем, стартуем. Давай, давай, давай. Пойди вот сюда. Блять, Дэн! Блять, тут дверь.